Как делишки, ребятишки, с вами снова я, Дисан Джека Игорь, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня мы будем продолжать нашу рубрику «Не смейся челлендж» в Майнкрафт. И да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки, только благодаря вашим лайкам выходит эта серия. Да, ребята, всем привет, и надеюсь, в этот раз вы тоже поддержите нас своими лайками, потому что мы очень-очень стараемся, и чур я не первый, чур я не второй. И чур я тоже не первый, чур я не второй, а я третий. Я третий. Игорь идет первый, Игорь молодец. Да, давай, Игорь. В смысле, давай. Я сказал, чур не первый, второй. Давай, иди. Так, стоп, ты сказал, чур я не первый уже после Эдисона, поэтому ты вот уже вот именно. Все, после, давай. Вообще-то я второй сказал. В смысле? Все, давай. Вы вообще там офигели. Давай, показывай. Жек, спасибо, я на самом деле вообще ничего не горел, но ты меня спас. Супер, спасибо. Я ради тебя постарался. Давай, Игорь. Страшно, с**ка? Не. Страшно? Нет. В смысле нет? Ох ты, с**ка. С**ка. Давай поменьше вот этого! Страшно, с**ка. Там мать со своим страшно. Нет, не страшно! Вы попали в самый сложный сон, с**ка. Он что, дурак, а? Он что, дурак? Я не понимаю, что он тут делает, ладно. Эдисон, я тебя... Да хватит этого! Эдисон, я тебя спас, поэтому ты иди второй, давай. Я уже заколебался вот это! Члены, пацаны, за... Да все! Ужас! Ой! Понимаете, это даже не я построил, понимаете? Да, вот он сейчас отмазался, не он. Это я как бы не отмазался, это серьезно. А чё такое вообще? Подождите. Посмотри, сзади сон в небе, вот чё. Угадайте, кто это построил? Это кетчуп, это майонез, нет, это не я. Эдисон, ты понимаешь, что это не я сделал, ты понимаешь? Ну да, я тебе так и поверю. Хорошо. Что это не я сделал. Вообще, то есть это не ты сделал, То есть вот вы меня тогда подозревали, то, что я там что-то не сделал, Игорь там что-то подозревал. А сейчас, кто? Это ты сделал? Кто сделал? Или это ты сделал, ты на меня, ты мне говорил страшно, ты на меня смотришь, я подозревать тебя буду. Как страшно, это корова какая подозрительная. Корову пометили. Вы, какая подозрительная корова. Слышишь, Игорь, смотри, пометили, что-то написали. Подожди. Это татуха, 4R. Татуха, ладно, 4R. Морские пехотные войска, понимаешь? 4R. Ясно. Стартуем! Давай, показывай. Курица, Эдисон, ты... Куры! Подождите, я знаю, что нам нужно. Их нужно покормить семенами. Куры! Травки давайте. Куры! Зоопарк просто, зоопарк! Бейте, куры, Игорь, помогай нам! Помогай кур бить! Что, это знаете, как странно выглядит? Курица заспавнила других куриц, а потом курица и корова убивают этих куриц. Наркоманы, хватит! Да все нормально! Все, давай, иди показывай, Игорь. Отстаньте, что показывать? Ну показывай, давай! Я новый флэш! Обратный флэш, или как он там? Курицы такие смотрят на тебя, типа, чё ты делаешь, чувак? Обратный флэш. Не надо их больше спавнить! Хватит кур! Успокойся! Нам не нужны куры больше! Так всё! Убейте куры! Давай. Раз, поехали. Два, три. Так, было что-то? Да лошадь! Ты что, дурак? Я вот чирак, смотри, какие у меня лапки большие! Какая лошадь, смотри, какие у меня лапки! Сейчас сожру, всех сожру! Подождите, я только понял, что это маленькие лапки, понимаешь? Ты чё, не заметил? Да почему динозавр, понимаешь?
Я динозавр, динозавр! Давай, садись, 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 садись! Да не надо, динозавра, не надо! Давай, садись. Не надо дрыкать. Может руку откусить или дрыкать. Смотри, у меня лапки большие. Да. Тогда или нет? Привет, я мистер Мисикс, посмотрите на меня! Мистер Мисикс! Нам нужна коробка, знаете что, нам нужно больше мистер Мисикс. Мистер Мисикс! Я мистер Мисикс, посмотрите на меня! Я бы не смотрю вас! Мистер Мисикс! Мистер Мисикс, мне нужно, короче, знаешь что, мне нужно попасть в лунку с двух ударов. Вперед, короче, смотри. Вот лунка, давай. Вот ты спадла, ты смотрел Рик и Морти. Так ты смотрел или нет? Посмотрите на меня, посмотрите на меня. Тебе нужно согнуться, посмотрите на меня. Мистер Мисикс! Да все! Я не могу! Мистер Мисикс! Мистер Мисикс! Че еб ты? Я не могу! Я не могу попасть в лунку! Мистер Мисикс! Посмотрите на меня! Как много криков! Все, спасибо, спасибо, Игорь. Спасибо, Игорь. Теперь я спокойно. Мистер Мисикс! Опа-опа-опа-опа-опа! Опа-опа-опа-опа! А чё там такое прячется, а? Посмотрите, там член вдалеке! Член! Писька Писандра, понимаете? Елдак гигантский просто, понимаете? Ебать! Что, дебил? Диван! Ой ты дебил. А меня не видно. Меня не видно. Да подождите, там ничего не. Смотри, там какая-то жопа появилась, желтая. Какая жопа? Меня просто мама в детстве хорошо кормила, и я такое вот вымотал, вот такой большой мальчик. Кряб! Понимаете, 2 месяца я уже кряб такой гигантский. Мама хорошо кормила. Эй, это мой брат! Брат, мой мальчик! Где брат, где брат? Я твоя мама, привет! Мама! Да, Серёг, ты... Мама! Слишком большой! Мама, зачем ты меня так кормила, мама? Игорь, убей его, убей его, убей его! Убей его! Это... Весь брат, господи, помилуй! Знаете, что я вам хочу показать? Хотите, стойте, стойте! Хотите, я вам покажу дедушку? Давай. Уйди. Это принципе, наш да. Дедушка. Нет! А ты что, тоже утка? Это наш дедушка. Сына, сына, не ешь дедушку, сына не ешь. Мы его пожарили, его пожарили наши... Мама, мама, не корми меня больше, не корми меня больше. А ты что, ты тоже утка? Да отстань, отстань, я тоже утка, но только... Я думал, ты хомяк какой-то. Ты не понял, что ли? Да я понял, что ты тр-др-др-др. Ты съел нашего дедушку, черный юмор, понимаешь? Я ничего не кушал. Да что ты от меня отбегаешь, а? Да отстань, ну Эдисон выключи, у меня лоха. Лоха, бля. Оп. Ты очень... Я тебя заподозрил, как подозрительная коробка. Что у вас там происходит? Корова подозрительная. Мы тут развлекаемся без тебя, пока ты там что-то делаешь, да. Что происходит? Ёпперес, это что такое? Что у него лагает? Я мафина! Вы не понимаете, я мафина! Подожди, стойте, а это кто? Это Тупак, это Тупак! Это да, это Тупак, вот он! А, Тупак! Тупак, живи! За Тупаком запахали, да-да-да, я могу в тебя сесть, нет, не могу! Да давай, я за тобой бегать буду, давай! Садись! А как ты машину поставил, а? В смысле машину поставил? Ну, скин, я ее много хотел расставить, что-то так не получилось. Я мафына. Как? Я мафына. Мафына он. Мафына, вим. Эр, ты будешь это показывать? Ну, значит, господа,
Да, вот я уже понял, что сценка все-таки смешная, значит, она удалась. Мне просто нечего показывать, поэтому я покажу, значит, ошалевшего пингвина. Вы покормите у меня рыбка. Покормите меня рыбкой. Да, ну хорошо, хорошо, сейчас покормите. Держи, 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 держи. Опа, оп, оп, МДМ-шки, держи, держи, держи. Спасибо. Да это все, хватит, было уже трдд. Ну вот, офигевший спасибо. Пингвин с поднятой бровью. Да, просто я вам рекомендую. Просто посмотрите на пингвина и посмейтесь, дорогие друзья. Ну, да, это было смешно, это было смешно, Игорь. Мистер Бисикс, посмотрите на меня. Мистер Бисикс! Знаете, кто мой друг? Тупак? Тупак. Мой друг Мистер Бисикс, посмотрите на меня. Уберите тупака, тупака уберите. Тупак должен тут стоять. Нет! Спасибо, Игорь, спасибо, спасибо тебе большое. Спасибо большое тебе. Подожди, подожди. Так что все везде смешно. Все, смешная серия, ставьте лайк. Все, все, все. Что там, что там, я не понимаю. А сегодня будем играть в Майнкрафт. Что происходит? Спасибо, Майнкрафт. Иди смотри! Майнкрафт! Побежал! Сейчас смотрите, друг очумею, смотрите. Оп, 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 друкаю, друкаю. Ложись, скелет, ложись, скелет, ложись, ложись. Говно, жопа, заборовали дедушку. Ложись, ложись. Пора сокращать это, вот это вот все, что здесь. Да, да, это мероприятие может заканчивать. Да. Надрюкались. И какая-то хрень просто бегает в Warcraft такая. Да не надо! Успокойся! Не надо, 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 в смысле... Не надо кричать, надо лайки ставить! А кричать не надо, лайки всем поставили! Вот так вот лайки, вот так вот. Пихните лайкусики, давайте, вот так вот. И подписки, писки, точно! И еще вот два, вообще нужно вообще жопа. Вообще нужно все, и колокольцы, как Игорь, колокольцы, да, Игорь? Да, и инстаграмы, инстаграм. И вконтакте. И всем пока. И до свидания. Пока.